По-моему, Браун немного сломался. Как говорил генерал Гас, let's go, go, go! Друзья, привет! Вы на Crazy Bagage Games. Добро пожаловать на новый видосик по Brawl Stars, где мы, похоже, будем доносить очень крутую акцию, друзья. Так вот, с чего все началось? Богат такой заходит сегодня в магазин и видит акцию на Леона вообще. Она ему прям очень мозолит глаза, он такой, акция, Леон, Лего, да, давай купим. А я вам вообще говорю, Богат, ты не видишь, что вот справа от него есть такой лунный мега-набор? Где дают 14, друзья, 14 мега ящиков. Ну и вообще, смотрите, Леон стоит 350 гемов. А в этом наборе тебе дают 1540. То есть ты можешь открыть Леона, открыть 14 мега ящиков и забрать еще 8900 монет. Ты вообще понимаешь, что помимо Леона ты можешь сегодня получить еще что-то? Гаджет, пассивку или вообще еще одного бойца. Так что, друзья, вот за этот выпуск точно стоит поставить Лукас. Ну и обязательно досмотреть этот ролик до конца. Погнали! Готово, друзья! Богдан, забирай! Твоя полностью акция, забирай 540 гемов! Мега ящик! Не... 6! Да ну! Хо-хо! Сразу! Гаджет! Сразу из первого, друзья, мега ящика! Первый бокс и сразу награда! Богдан, я тебе говорю, что ты сегодня получишь очень много наград! 5 предметиков! Но уже гаджет на тика же там был, да? Да! Так, Богдан, не торопись особо, а то сейчас прилетит просто как миг! Вот эти все 4 мега ящиков, ты не получишь такого удовольствия! А? Давай немного подольше будешь открывать! Так, все. Сможешь снять мегаящик? Богдан, дай я пару мегаящиков открою, а? Ладно. Жми, мне этот мегаящик говорит. Видимо, там что-то внутри находится, если он так просит. Так, открываем. 5. 5. Нет, 5. Вот 5, это не очень хорошо. Давай 6. Давай. Друг, давай 6, а? Давай. О, повезло, повезло. Да, 5! Вот! Так, стоп, Богдан. Давай. Ты готова видеть, да, что там? Ну, гаджет по-любому на полка второй. Да. В укрытие. А, в укрытие. Друзья, гаджет на генерала Гавса. Гавс устраивает укрытие из 3 мешков с песком. Запас здоровья каждого мешка 2000 очков. Вообще, что происходит, а? Два гаджета. Уже 2 гаджета, Богдан. Я тебя поздравляю. Ну-ка, давай дальше ты открывай. Да, давайте. Еще жми, такая семерка, восьмерка, дальше 9 предметов, и... да? Да что это такое? Что это такое? Уже 3 гаджета, друзья, уже 3 гаджета. Хотя сколько, мы открыли, по-моему, всего 6 мега ящиков. Короче, друзья, в каждом ящике, втором ящике награда. Офигеть. Так, жми, ждем вот эту надпись. Давай. И... 6! Что происходит? Да ну! Пассивка! На генерала Гавса. По-моему, Браун немного сломался. Потому что, если вы смотрели предыдущий ролик, подсказка на которой находится в правом верхнем углу, то вы видели, как нам выпало 2 мифических бойца подряд. Обязательно посмотрите этот ролик, если вы его не видели, но тут... Я не знаю, что творится с Brawl Stars. Да. Вообще просто что? Так, давай я немного открою, да? Давай. 5. Уже 5 и непривычно видеть, да? Ну, дожди, надпись, жми. Так, хорошо. Ждем, пока нам... Вот, все, пора ждать, да? И 5. Так, смотри, он нам сказал ждать, но что-то ничего не дропнуло. Это вообще что такое, а? Так, жди. 5. Слушай, 320 монет. Сколько у тебя сегодня еще монет-то будет, а? Да. 6! Да, 6! Так. Еще один гаджет, Катарис! Это что, это контрольная закупка каких-то гаджетов, пассивок? Что вообще такое? Ты да что, реально? Так, а это уже гаджет на бока Катарсис. Катарсис, не знаю. Друзья, напишите в комментах, как правильно. Снимает все действующие негативные эффекты с дружеских бойцов на большой площади и дает иммунитет на 1 секунду. Представьте ситуацию. Вы идете в дуэл ШД с напарником. А напарник, я не знаю, там Амбер, да? Вамбер стреляет какой-нибудь Байрон, заражает его ядом, но вы нажимаете на гаджет и как бы все. Вылечиваете, а это Амбер. И теперь она как бы не отравляется ядом. Так, окей, давай, движемся дальше. 5. 5. Бога, заметил, что уже непривычно видеть цифру 5, да? Обычно 6, да, всегда, да? Да. Друзья, вообще, у кого такой счет, да? Посмотрите на это. 560 гемов, 11800 монеточек. Ну что, Бога, забирай Леона! Леон! О-хо-хо, Леон! Легендарный боец 3 из 5. У тебя нет Сэнди и Ворона тоже. Офигеть, смотрите, как гем улетает. Кстати, у тебя 2 только не разблокированных? Да. У тебя что, почти все бравлеры есть? Да. Я даже не знаю, друзья, у него нет только 2 лет. Друзья, я думаю, вы все знаете, что Леон является самым, без преувеличения, популярным бойцом в игре. Вот согласитесь, что все знают Леон. Все, кто слышал про Brawl Stars или играл, все знают вообще про такую легендарочку, как Леон. И сегодня мы ее получили. Ну что, пока в дуэл ШД пойдем, а? Да. Давай сегодня вдвоем протестим Леона. А я выберу, друзья, попробую Макса, а? Давай. Есть. Все, вот такая у нас сейчас будет команда, друзья. Просто супер тим Леон и Макс. Так, все, поехали. Начинаем, друзья. Первая
Первая игра за Леона, поехали, так. Давай, ты тот... Смотрите, видите, как они удалились? Ты тот мегаящик крушишь, я тот, Богдан, не занимайся ерундой, давай сразу уже в бой. Вообще, так, он... мне нравится, что Макса очень быстрая, конечно же, она просто мега быстрый, супер-супер флэш, бравлер. Так, давай, Богдан, пошли. Если Леон с одной банкой... Ох, сколько там банок! Нет, друзья, я пойду туда, наверное, лучше. Я пойду домашним, вот эти вот банки. Богдан, помогай мне скорее, уже столкновение? Чё так быстро-то, а? Спасибо, что помог мне добыть эти баночки, уже 10... банок, но где та команда, которая как бы осталась, а? Да. Где вообще? Все, мы идем искать. Макс и Лео с 11 банками идут искать вас. Да. Вот. Богдан, а что это, кстати, вот такая за гаджет? А, точно. Вот там Фрэнкус, Фрэнкус. Фрэнкус, по-моему, Фрэнкусу сегодня сейчас... Ой, убегаем. Сейчас я невидимый. Так, тихо, а то меня сейчас Пенни еще достанет. Ты что, ульту свою активировал, да? Да. Который позволяет, друзья, напоминаю, быть Леона невидимым. Так, теперь пришло время выкрикнуть Вальта, друзья, да? Погнали? Да. Поехали. 528 урона. Это у тебя такие опыты были, да, короче? Ты вот наблюдал, что он сносит столько-то, да? Да. Так, смотри, с двух сторон. Вот, один, вот. Вот так вот, да? Да. За один выстрел он сносит сколько? 528. А у него этих выстрелов, друзья, по-моему, много, да, достаточно? Так, минус Нита. Ой, тихо, или Примус. Для тебя они сложные враги, а для меня они легкие, потому что у меня как бы... Так, помогай мне этого или Примуса. Ой, нет. Метеорит. Нам не нужен этот метеорит, друзья. Да. И Прим активировал гаджет. Так, окружаем его. Нет, Богдан, вот это ты зря, конечно, сделал. Ой, нет, телепортируемся отсюда, нет! Но где знал, что там супер ближний к розы в кустах? Хорошо, что я 0 кубков слил. Так, все команды друг против друга, естественно. Ну-ка, опа, ничего себе, мы быстро эту баночку добыли. Это неплохо. Так, окей, дамажим теперь эту банку. Вот так вот, собираем пауэр. Опа, генерал Гавс! Генерал Гавс что-то быстренько слил, друзья, Леон. Да. Так, смотри, там их двое. Так, их я двое. Банку для тебя беру. Так, смотри, мы сейчас делаем вот так вот. Вот так вот. И еще можем, красава, так, молодец. Так, осталось только вот этого Лу задамажить. Богдан, давай быстрее. Окружаем его. Успеваешь. Сейчас... Ой, меня сейчас убьют. Сейчас возродится этот, его напарник, и будет, друзья, не очень круто. Сейчас Дарил возродится. Да, все, он уже возродился. Так, сейчас я его жду в кустиках. Так. Когда ты мне ульта уже кончится, эй! Так, Богдан, смотри, я их сейчас двоих вот так вот сделаю. Там Дэри вообще в газ ушел. Ты зажжешь его? Хорош! Так, я промазал свою ульту, но Богдан, в принципе, один справился и слил эту тьму. Ловите, я как призрак в своей ульте, просто не вижу. Нет, друзья, ну Леон топ. Кто согласен, конечно, ставьте лайкос, прям, что Леон. Байрон и Мортис, нормально так вообще? Ой, блин, а вот это я зря сделал, типа это плохая тьма. Это, друзья, неплохая тьма ни разу, по-моему, потому давай. Что она меня сейчас разнесет. Хотя вот я... Нет. Так, Байрон... Да, блин! Почти 1000... Вы видели, как я почти выбрался из такой ситуации, друзья? Как говорил генерал Гас, let's go! У всех трех членов нашей команды есть Брал Пас. Это о многом говорите, мне кажется, да? Ой, я Эдгара убил! Прикиньте, старая легендарка убила нового бойца Эдгара. Как? Да, вообще, причем Леон же старый бравлер. О, молодец, мне помню, лечим. Я помню только, что очень старый бравлер, также Пайпер, друзья. Прям очень старый бравлер. Так, я становлюсь невидимым. Надеюсь, меня Гейл не заметит. Я вот тут прячу. Скучка, привет, Гейл. Мне что-то я слился. О, привет, Эдгар. Так, хорош. Эдгар, ты задамажил, да? Молодец. Нет, я лучше уйду. Опа. Никита, забирай кристаллы, Никита, так, давай. Так, кристальчики нужно забрать, да. Так, что у нас там вообще такое? Что вы не можете разобраться с этими нубасами, а? Не жаль. Это же легко, вот так делаешь, короче. Выносишь Эдгара, выносишь так же. Так, забираешь, конечно же, два кристаллика. Блин, почти что! Смотри, сколько там кристаллов лежит, а? Сейчас бы забрать все это. О, да, генерал Гавчи все это заберет. Так, хорошо. Ой, что происходит, друзья? Что происходит? Сколько там кристаллов? И все это сейчас заберет Гейл. Ой, да. Вот это и ой. Как он меня убил в невидимости? Ну окей. Такое себе, конечно. Что ты вообще в общем скажешь о Леоне? Моя самая любимая Лего. Даже круче, чем Амбер. Но Леон тоже неплох, друзья. Все, теперь у Богдана есть 3 легендарки. У него не хватает 2 бойцов. Это Ворон.
и Сэнди. Короче, пока ты этой серии максимально доволен. Ты выбил сколько там, 5 или 4 гаджета, пассивку на генерала Гавса также. Короче, ты максимально доволен, да? Да. Друзья, если вам понравилась эта серия, ставьте много-много лукасов, подписывайтесь сюда внизу, чтобы кнопка подписаться была, конечно же, серая. Ну что, друзья, всем удачи и всем пока-пока!